стрелкового батальона «Айдар». Они попытались штурмом взять здание Министерства обороны. Бойцы высадили дверь, но охранявшие вход военнослужащие сумели не пустить нападавших внутрь. Демонстранты перекрыли Воздухофлотский проспект, где находится здание ведомства, двумя легковыми автомобилями. Напротив центрального въезда боевики выложили автомобильные покрышки. Айдаровцы требуют отмены решения о расформировании их подразделения, поводом для которого стала утеря печати воинской части. Отмечу, что батальон находился в подчинении Минобороны России, Украины, но лишь формально. Он был создан как своего рода частная армия олигарха Коломойского. И очевидно, что сдаваться без боя айдаровцы не желают.